Друзья, всем большой привет! Всем привет! Сегодня мы бы хотели рассказать, как мы отделываем гараж нашей мечты. На данный момент наш гараж выглядит вот так вот. Одну стену мы уже отделали декоративным покрытием АМК. Внешний вид под кирпичик с белой расшивкой. Панели приходят вот в такой вот коробочке. Это у нас декоративные покрытия АМК, которые отлично подходят для фасадов и интерьеров. Данные панели устойчивы к ультрафиолету, экологичные, просты в монтаже. Они эластичны, устойчивы к различным погодным условиям и не требуют дополнительного армирования. Когда мы открываем коробку, здесь напечатана подробная инструкция. Панели приходят вот такими вот кусками. Кирпичики из мраморной крошки уже нанесены на фасадную сетку. Сетка эта щелчестойкая. И в этом видео мы хотели бы вам показать, как мы будем монтировать данную систему. Панели пока убираем в стороночку. Снимем нам понежнее. Опа. Коробку пока в сторону. Монтируем мы данные панели прямо на газоблок. Дай-ка мне камеру. Как вы видите, у нас уже одна стена отделана. Панели, получается, после монтажа затираются плиточным клеем прямо поверх защитной пленочки. На этой части стены мы уже пленочки сняли, а вот вторая часть и над дверью пленки еще на месте. Сейчас Анютка покажет, как она снимает эти пленочки. Это такое интересное занятие. Сейчас Анютка вам расскажет. Низ мы оставим Дашу? Что? Низ оставим Дашу открывать, она просила. Ну давай. Очень ей нравится это занятие. В этом видео также хотим подробно показать и рассказать, как мы делаем это все своими руками. Пока Анютка отдирает пленочки, хотел бы вам вкратце рассказать, как мы отделывали данную стену. Предварительно мы стену загрунтовали, потом штукатуркой подмазали все неровности, все дефекты, все сколы, трещины. Есть небольшой скол, да, на стене, его нужно заделать, чтобы он был ровненький. Вот. Также, если где-то есть неровности, перепады, к примеру, как вот в этом месте, снизу у нас идет цокольный кирпич, сверху идет газоблок, здесь перепад где-то примерно 2-3, 4 даже, может быть, миллиметра. Это все дело мы отштукатурили, вывели в единую плоскость. После этого замешивается белый плиточный клей на цементной основе. Наносится под гребенку, под 6-миллиметровую гребенку. Ну и уже на нанесенный клей приклеиваются данные панели. Потом это все дело приглаживается. Сейчас покажу, каким инструментом мы работали. Вот такой вот пластиковой гладилкой, то есть как бы прям пришлепывается, все приглаживается. Ну так скажем, приклеиваются панели к нанесенному клею. Вот. Ну а потом остатками клея, которые выступают через швы, все это дело гладилочкой замазывается, заравнивается, и получается вот так вот. То есть просто первое время она белая стена. После того, как мы выдержали несколько дней, клей плиточный высох, панели хорошенечко приклеились к стене, можно начинать процесс зачистки, так скажем, да? Каждая плиточка, каждый кирпичик
заклеен вот такой вот пленкой. За счет того, что каждая плиточка в пленке, после затирки остается только клей в швах, а сами плиточки остаются чистенькие. И вот Анютка как раз сейчас снимает защитные пленки, ну и остаются только белые швы. Довольно такой залипательный процесс. Сейчас мы почистим остаток стены от пленочек и уже приступим к монтажу панели АМК на вторую стену. Здесь мы уже, как вы видите, замазали все неровности, все дефекты, предварительно завели электрику. Вот тут у нас еще подрозетнички, то есть как бы стена полностью готова к нанесению уже декоративного покрытия. Также у нас на этой стене будет рукомойник, вмазанные водорозетки. Вот в этом месте у нас будет белая раковина. Я считаю, то, что в гараже раковина — это обязательный атрибут. После работы удобно будет помыть руки, ну или помыть какие-то там, ну, к примеру, сандаль. Да все, что угодно. Да все, что угодно. Правильно. Вот уже Анютка сняла несколько защитных пленочек и уже вырисовывается. Что-то уже вырисовывается. В одном месте мы там поторопились. Угу, да. Был у нас небольшой косячок. Мы о своих косяках не стесняемся рассказывать. Мы не выждали нужного времени. Получается, плиточный клей еще не до конца приклеил саму плиточку, сами вот эти мраморные крошечки, и мы начали снимать защитную пленку. Ну и так получилось, что у нас часть крошки осталась прямо на вот этих вот защитных бумажках, целлофанках, да? Вот. Ну, мы с легкостью это все дело починили. Где-то, по-моему, вот, наверное, либо вот это, либо вот эта плиточка. Ну, неважно, то есть, как бы, где она, но наш косяк был исправлен. Вот, и вообще ничего не заметно. Еще небольшой момент. Это у нас, получается, первая стена, учебная стена. У нас здесь, точнее, не у нас, а у меня, потому что я ее клеил. У меня немножко одна плиточка клюнула вниз. Это вот, получается, вторая панель, которую я клеил. Вот если видно, есть небольшое такое вот, небольшое расхождение по шву. Но как бы я провел, как это сказать-то правильно, работу над ошибками. Вот, и уже дальше у меня все пошло как по маслу. Для разметки использовал, для ровной наклейки и разметки использовал лазерный уровень. Ну и с лазерным уровнем все намного стало проще и легче. Я тебе не мешаю? Нет, ты мне не мешаешь. Давай, чисти дальше. Так, давай договоримся также. Мы края не снимаем, так же, как и на этой стороне. Ну, специально, чтобы, когда будем клеить вторую сторону, чтобы не запачкать уже готовую стену. Как отклеивается? Супер. Еще можно предварительно смачивать водой, но мы не смачиваем. Да, в инструкции есть такой момент. Нужно смачивать уже застывший этот тот клей, затирку, водой. Но так как у нас здесь нету солнечных лучей, как бы у нас здесь прохладненько, ну, отдирается вот эти вот защитные пленочки очень хорошо, мы их не смачиваем. Ну, как бы в инструкции есть такой момент, что нужно смачивать. Смотрел несколько видеороликов по монтажу данной системы. Именно на официальном канале они сказали, нужно мочить только в том случае, когда это на улице, когда попадает солнечный свет. Ну, а в нашем случае
смачивание. Не обязательно. Супер. Хорошо держать? Да, отлично. Ну, сейчас Анютка снимет все пленочки и уже покажем конечный результат данной стены. Главное не торопиться, снимать аккуратненько, в любом случае. Она уже засохла. Канцелярским ножиком, получается, она поддевает и снимает. Поближе покажу, как это происходит. Данный материал очень крепкий, для гаража подходит просто идеально. Можно не переживать то, что что-то поцарапается, можно будет смело на эти стены облокачивать швабры, метлы, лопаты и так далее. Ну и большой плюс данной системы, то что она не боится воды, влаги. И даже, к примеру, я считаю, эту стену можно будет в будущем помыть керхером. Где высоко? Я не достаю себе это, Андрюха. А то еще на голову мне все летит, крошечки. Здесь смотрится очень красиво. Особенно с розетками. Андрей уже установил розетку. С розетками сюда совсем, кажется, уже закончено, да? Угу. Смогли мы лишить удовольствия поддирать пленочки до шульку. Подцепил я ей уголочки. Красота! А надо будет снимать. Красота не заметна. Эту оставь. Глаза-то закрывай, осторожно. Ровно затяни. Аккуратненько. Вот так натяните. Ну, толстый слой. Дальше, давай. Снимай.
Подготовили весь нужный инструмент, замешали клей. Предварительно до монтажа самой первой панели мы сделали горизонтальную разметку. У нас по всему гаражу стоят метки. Это у нас верх нижней панели. Вот у нас, видите, везде горизонт сходится. То есть сейчас мы по лазеру будем клеить первую панель. Чтобы совпадал рисунок, получается, нам нужно будет делать отрезки и потом складывать вкладыши. Что? Я это объяснила. Почти. Давай, покажи, что это делает. Давай. Панель получается сверху и снизу с сеткой. Так как у нас нижний ряд кирпичиков упирается прям практически до пола, там прям минимальный там зазорчик, там 6-8 миллиметров, вот этот вот низ сетки надо отрезать. Отрезаем это все дело канцелярским ножом. И сейчас уже будем практически через мгновение уже наносить клей. С этой стороны сетку мы оставляем, верх оставляем. А, мы не обрезаем, получается, мы вкладыши сюда вставляем. Здесь у нас будут в углу потом подрезочки. Да. Мы уже эту схему монтажа отработали. Пошли, прикинем, как все это все будет. Вот, берем подготовленную панель, примеряем. У нас есть лазер для ориентира. И вот по лазерам сейчас мы эту панель приклеим. Анют, возьми, пожалуйста, карандаш и нарисуй, пожалуйста, мне тут где-то сверху черточку, докуда мазать клей. Ну, примерно вот эту черту поставь. Все. Это у меня ориентир, докуда мазать клей. Даже. Ну да. Все, панель пока что убираем в сторонку. Только осторожно, по ней не ходить, не прыгать. Так, ну, погнали. Ведь наношу я клей металлической кельмой, вот, а уже вмазывать будем пластиковой. Клей, вот такая консистенция, такая густая сметана. И поехали. Секунду. Еще такой момент. Под низ я подкладываю какую-нибудь картонку, чтобы полы потом не были все в белом клею. Можно также наносить клей сразу на несколько панели. Ну, мы как бы сильно не торопимся, наносим на одну панель, потом уже продолжаем дальше. Сначала клеим спокойно одну, потом вторую, третью и так далее. Далеко пошел, ну ничего. Так вот. Вот так. Я так скажу, если вы умеете клеить обои, то монтаж панелей, АМК панелей, вы сделаете 100%. Хорошо промазываю углы.
Далее берем гребенчатый шпатель с зубом 6 мм. Вот такой вот шпатель. И горизонтально после шпателя сразу видно, где немножко не хватает клея. Сразу еще подмазываем. И везде все хватает. Косячу. Вот так вот. Вот в этом месте что-то не хватает у нас. Так, ну все. Прикладываем панель. Это низ. Это низ. Это вверх. Вот. Если нанести разметку карандашом, то после нанесения клея вы также намажете сам карандаш. А лазер позволяет видеть разметку постоянно. Ровненько все. Прям с этой сошло стеной. Вот так вот. Сразу я приклеиваю хорошо, чтобы панель не сползала и не меняла уже свое положение. Я уже рассказываю как профессионал, да? Буквально целую Андрей, стену смонтировал. Что? Рисунок не сходится. Почему не сходится? Потому все абсолютно сходится. Нет, не сходится. Вот здесь длинная, она должна быть, и здесь была длинная быть. Не обязательно. Давай, кельму давай. Первая панель на месте. Анютка наносит клей для второй панели. И как раз, наверное, у нас клея больше и не хватит. Как раз сегодня мы наклеим две панельки. Ну а завтра продолжим. Сегодня у нас еще тренировка, тренажерный зал, плавание с детишками. Ну и вот так вот потихонечку за несколько дней, я думаю, то, что мы всю эту стену осилим. Аня сейчас нанесет клей, ну а я приклею панель. Также на той панели отрезали низ сетки, так что панель уже готовая лежит. Так, ну а швы будем затирать остатками клея. Как раз если клей останется, то остатками затрем. Сразу не стал затирать первую панель, потому что при монтаже второй видно швы и легче ориентироваться. Ты же с опытом пришел. Да, первые панели я замазывал сразу, поэтому там вот такой вот небольшой, где он там, косячок и получился. Это потому что сразу замазал первую панель. Так, ну все, прохожу.
Давай гребенчатым шпателем. Нет, не поехали. Узел подмажь. Что ты? Давай. Ты бы сначала шпателем просто нанесла бы. А потом гребеночка прошла. Нет, не пойдет так. Ну, практически идеально. Сильно придавливаешь шпатель. Мне кажется, нет. Да-да-да, низ тоже надо обязательно. Чтобы до самого пола все было замазано. Что-то раньше времени пальцем. Угу, отлично. Чуть выше. Угу. Так, ну вроде бы все, спозиционировал я панель. Вот они шовчики. Можно вот так вот контролировать пальчиком, чтобы все швы были одинаковые. Все, даже уже не отличишь, где... Анютка, вот тут вот подмазывай. Видишь, не домазано. Сейчас подмажу. Вот так вот у нас получилось наклеить первые две панели на вторую стену. Клея у нас осталось немножко. Давайте так договоримся. Когда мы полностью отделаем данную стену, мы запишем еще раз видео. Я думаю, так будет интересней посмотреть на стену, когда она уже будет полностью отделана. Покажи напоследок, последний раз, какая она пятнистая. А это? Ну, и эту тоже будем отделать. У нас материала полностью на весь гараж. А вот остатками клея мы сейчас замажем швы. Просто наносим клей на фильму и вот такими вот движениями затираем швы. Ну а потом, как мы уже поняли, через несколько дней можно будет снимать пленочки и радоваться красивому результату. Еще такой небольшой момент, когда вы заканчиваете, временно заканчиваете монтировать стену, обязательно снимайте клей. Вот в тех местах, где будет клеиться следующая панель, это нужно сделать для того, чтобы у вас в будущем не было здесь бугра. То есть сейчас я это все дело замажу, потом возьму обычный шпатель и вот так вот наздир, вот так вот сниму клей. И вот в таком положении можно будет оставлять до следующего раза, когда у вас появится время и желание сделать что-то красивое, полезное вот, в своем доме. Ну, всем пока. Вот такой вот получился ролик. Я думаю, то, что мы и так его уже затянули. Но я думаю, было интересно. Обязательно подписывайтесь. Дашулька там отвлекает, не дает закончить видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить видео, когда наш гараж будет полностью отделан. Всем удачи, всем пока. Ну и спасибо всем тем, кто еще не отписался. Всем пока.